Здравствуйте. Вот сценарий написала. Сама писала. Две ночи. И еще две ночи до этого. Да-да-да, я знаю, что вы хотите. Вы хотите шоу круче, чем вечерний Ургант. Да без проблем. Мы порвем Урганта. Мы, знаете, мы взорвем интернет. Не интернет, так петарду. Ладно, я поняла, что таких шуток не будет. Будут смешные шутки. Невероятно смешные, правда. Серьезно вам говорю. Доказать, что я профессионал? Да без проблем. Слушайте, локация. Передний план, крупный план, задний план, мелкий план, первый голливудский, второй голливудский, третий голливудский, четвертый голливудский, пятый голливудский. Продолжать? О, это мне? Ага, класс. О! Все, поняла, спасибо. Да-да-да, я понимаю, что мне за это будет, если все получится. Вы не переживайте, все будет нормально. Ну что, до встречи в эфире. Пока. Всем привет. С вами Универсал Шоу. Меня зовут Копысова Елена, я его ведущая. Сегодня у нас премьерный выпуск, и я не вижу ни одной причины, чтобы он не стал последним. А начнем мы с новостей. Их вы можете посмотреть сегодня в 21.00 на Первом канале. Хотите альтернативу? Смотрите телеканал «Дождь». Но он платный. Вам решать и только вам. Но у нас настало время нашей кулинарной рубрики, которая называется «Удиви свою вторую половинку». Вы же все хотите приготовить на завтрак любимому что-то изысканное, легкое, полезное, а потом выложить на тарелку в форме зайчика, сердечка, молекулы ДНК. Записывайте рецепт. Вам понадобится холодильник до отказа забитый деликатесами и хорошая, надежная домработница. Она сама все сделает. А вы пока посидите на Фейсбуке, ВКонтакте, ведь в мире столько всего интересного. А у нас сейчас аудиосюжет. Это будет прямое включение с Арбата, где уже находится наш корреспондент Аполлинарий Карпов. Он подходит к прохожим и спрашивает, где Арбат? Мнение прохожих, их ожидания, прогнозы. Прямо сейчас. Аполлинарий, вы в эфире. Аполлинарий, вас не слышно. Аполлинарий. Да, Аполлинарий. Лучше бы я вас не слышала. Спасибо, Аполлинарий. Ну что ж, а мы продолжаем. Прямо сейчас у нас гость. И сегодня к нам в студию придет звезда, актер, режиссер, комедиант, обладатель 4 премий «Оскар» Вуди Аллен. Ребят, где Вуди? Я уже объявила. Что звонить? Я должна была ему позвонить? С мобильного? В Америку? А, со стационарного? Очень хорошо. Просто замечательно. И кто за это будет платить? Мои родители пенсионеры? Ну, как вы поняли, Вуди Аллен у нас не будет. Но это мне абсолютно не мешает задать вопросы, которые я для него приготовила. Скажите, пожалуйста, Вуди, ваш последний фильм «Магия лунного света» — это про астронавтов и Луну? Скажите, Вуди, вот каково жить с собственной дочерью в качестве жены? Или все-таки она приемная? Я просто не помню, Википедия... Ага. И, наконец, Вуди, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь были в США, а на Манхэттене? Спасибо. Как вы поняли, мы не очень-то ждали Вуди, а ответы известного режиссера додумайте сами. Ну и, как положено, прогноз погоды. Что для нас приготовили тучи, дождь, грязь? Хотите узнать? Да заходите вы на ресурс Гисметео. Действительно, хороший, надежный источник. Мы всей семьей смотрим. Это было «Универсал Шоу». А что затягивать? Меня зовут Копысова Елена. Пока. Здравствуйте. Ну как, посмотрели «Универсал Шоу»? И как вам? Что? Самые низкие рейтинги в истории телевидения? А, слушайте, ну, может быть, это не так и плохо. Можно там в Книгу рекордов Гиннесса попасть. Ага, я поняла. Не, я поняла, да. Смотрела ли я 50 оттенков серого? Ну да, смотрела, конечно. Последнюю сцену, где главный герой бьет героиню 6 раз хлыстом, и вы хотите это сделать? Ну, она... А, вы хотите вместо каждого удара вырезать по любому внутреннему органу? Слушайте, давайте пока без этого, а серьезно. Давайте я сниму второй выпуск. Правда, он будет очень хороший, очень смешной, невероятно. Не, серьезно, мы Вуди Аллена просто вот достанем. Да позвоню я ему. Не важно, что роуминг, позвоню сама. Или хотите самого Шерлока Холмса достану? А, его не существовало? А
я все равно достану. Правда, да без денег, все сделаем, все нормально. Ага, ладно, я пошла готовиться, иду куда-то домой. Там компьютер. Нет, не в тайгу, нет, не в тундру. Нет, я не прячусь, все нормально, правда. Ну все, я иду. Ага, до свидания. В эфире смотрите.